Так, ну если ВВГ забирает Вивикиса, на этом будет все на сегодня. Если же апрайзинги соберутся на эту карте, на этой карте, то мы, в принципе, продолжим смотреть за этим БО3 противостоянием. Третья карта у нас, в случае ее появления, будет Люксвель. Но пока ножи. Пока что да, пока что у нас ножи на ВВГшке. Ну, если сейчас... Ну, здесь уже не обойти, в принципе. Хотя можно. Хотя можно попробовать обойти команде Апрайзинг, но нет. Пойдут в лобовое, но давайте смотреть. Давайте смотреть. Так. Ну, полетели, полетели уже на ножи. Хоски просто лютый маньяк какой-то. Окей, окей, Вивиктосы забирают ножевой раунд и в соответствии сейчас будут выбирать сторону. Посмотрим, за кого же они начнут, будет ли это стей или свап все-таки. Походу дело стей, да, это стей, хорошо. Вот так вот. Ну что, поехали, поехали, вторая карта в противостоянии. Команд. Ну и на кого ставишь? Какой счет? Ставлю... Слушай, сложный вопрос. 10-8 на команду Vivictus. 10-5 на команду Vivictus. Моя ставка. Смело, смело. Смело, да-да-да-да. На плюс морали, я думаю, сейчас парни затащат. Ну не знаю, возможно, праздники дадут здесь какой-то отпор. Возможно, даже выиграют карту, но после... ДЦ такого собраться будет немножко тяжеловато. Вроде как все под контролем было на первой половине. 6-3. Более чем удовлетворительный результат. Но после этого отдают карту. Ну и, конечно, работу над ошибкой нужно будет проводить. Но опять же, учитывая то, что стенд-ин играет у USG, с этим, конечно, беда. Так, ну что, давайте смотреть, куда в этот раз пойдет у нас вектор атаки от команды Uprising. От Хоски есть минус под винтами, неплохо прооркадил света. Ну что ж, сейчас пора бы определяться уже с вектором атаки. Будет ли это Б-сайт или А-сайт. Пока что там аркадит еще и Лакост мост, и он может устроить здесь огромные проблемы своим соперникам. Да, ну и пока все довольно спокойно. За исключением минуса Югенда и света. Но драйв находит размен по Лакосту. Вот что интересно. И перемещение под Б через мост. И Токио, я тоже думаю, понимает это прекрасно. И ХЗЗ сейчас уже готов встречать с дома. А в это время под винтами НБК с Хоски могут наводить шорох. А то спускается на МК. МК минус раз, МК минус два. Неплохо уравнял шансы своей команды с командой соперника. И сейчас драйв с Дерзким остается вдвоем против Токио и МК. Но, в принципе, драйв и Дерзкий уже показали неоднократно, на что они способны. Опять же, звено DD, так скажем. В каждой команде есть свое звено. Ну и давайте посмотрим, как они отыграют на этот раз. Драйв мониторит у нас выход под чердак. Токио. Токио спалился. Уже есть информация у Дерзкого. МК выходит сейчас под восьмерку. Токио уже находится в плейнту. Будет пушить воду. Ну и у Дерзкого 12 хп и немного шансов на выживание. Да, но тем не менее, драйв остается в соло. Опа, находит минус. И здесь МК должен идти просто на выбивание. Но драйв его может здесь на самом деле выбить. Но нет, МК с двойными УАшками. Кстати, на последней пуле убил МК. У него закончились патроны в дабл УАшках. И первый раунд за командой Виктис. МК квадро килл. Браво. И когда такие моменты происходят, в мире где-то плачет один Ятаган. Это да. Это да. Но здесь драйв как-то... Не знаю, зафейлил, неужели у него не было информации, то что на него бежит прямо соперник, он должен был слышать своего соперника, плюсом информация от третьего лица, но видать нет, но здесь Югент начинается опенфрага, этот раунд есть минус по ХЗЗ, опять занимается у нас винт, занимается мид, но и потихоньку парни пытаются пройти позиции моста, а там Лакост будет на сейве. Да, но пока свит чекает под бетоном, никто ли не прошел. Вроде никого, и перетяжка под апленд, там будет МК встречать Токио. Но Токио смотрит с пятерки винты, поэтому МК больше сосредоточен в соло на эту позицию, но посмотрим сейчас на выход. Так, ну что, поехали. Поехали, как же будут выходить все-таки Альфу, давайте посмотрим, МК будет принимать Токио здесь же на подхвате. Но очень боятся своего соперника сейчас бойцы команды Uprising. Мне кажется, это вообще не их стиль атаки. Но сейчас
Посмотрим. Токио на приеме. Пошла перестрелка с Ямой. Хоски есть минус по М-ке. Отлично. Токио стягивается в Т-шку и будет обходить своих соперников в спину. Тем временем Хоски разбирается еще и со Светом. И сейчас Лакоста также рискует отлететь за своими тиммейтами. Да, но тем не менее, еще Хоски может сейчас навести шорох, хотя Токио ставит по нему голову. НБК и Дерзкий вдвоем на поставленной бомбе. Так, Дерзкий. А у Дерзкого-то могут возникнуть проблемы. 19 хп у него, и сейчас есть по нему информация. И, кстати, он подставляет немножко здесь НБК, заставляя думать соперника, что здесь как минимум есть один игрок, а там может целых два. То есть НБК может попасть под одну гребенку со своим тиммейтом, но первый погибает, но НБК в соло остается, за ним смотрим. Все, спалился НБК. Ну и вдвоем просто с двух сторон тут зажимать и... Ой-ой-ой, тянет время НБК, тянет время и бегает. И кошки-мышки поехали, и НБК тащит раунд. Но НБК довольно опытный игрок и очень агрессивный игрок, кстати, прошу заметить, он неоднократно уже вылетал с какими-то префайерами, просто на раз-два разбирал своих соперников, занимал винт там и так далее, но посмотрим, будет ли он отыгрывать в том же духе, здесь Хоски ему саппортит как может. От ХЗЗ, от Китхае у нас опять же пошел под позиции моста, здесь же Лакоста принимает, ну от НБК open фраг. Да, винты моментально рушатся у команды VXS Sports, там теперь М-ка с Токио на подхвате. Но зато ослаблена точка А. И Югин, кстати, заходит уже через восьмерку на бету, и ХЗЗ его ликвидирует. М-ка также минус по НБК. Томас, вернись к М-ке. Смотри, что он делает. Такого игрока теряешь. М-ка. Вместе с ХЗ прожимает винты, мидл, а здесь, смотри, опа, ладно. Хороший минус, опа, хороший минус, ну, что делает Сорокин? Что ты делаешь, дядя? Как так-то? Ну, это жестко, это было жестко, просто разобрался со своими соперниками, Дерзкий спалился уже под Б-сайтом, там его Лакост будет принимать, ну и в соответствии пошла уже перетяжка и на перемычку, и на мид ХЗЗ будет запирать сейчас эту позицию, но ХЗЗ ловит пулю в лоб, далее Дерзкий хилится, живет за спиной у него М-ка, но вот стычку с М-кой пережить не удалось, это 2-1. Да, и вы видите, самое интересное, что в обороне начинают вести, что будет в атаке, я думаю, это вообще прям будет до свидания. Но если сейчас еще троечку раундов заберут подряд, вы видите, то совсем с концами расклеятся о празднике. Но посмотрим, пока что вновь исполнение моста, Лакост будет принимать, и Лакост здесь пока что ловит под себя гранаты, но все-таки минует их дэмэджа. Есть дэмэдж по... нет, дэмэджа по Дерзкому. Так, ХЗЗ опен фраг, Дерзкий, перестрелка, у Дерзкого 44 хп. Ну и здесь Лакост сам может погибнуть в такой... активный суматохи, поэтому нужно немножко сбавить пыл, наверное, отойти вообще с моста. Ну и выход под Т-шку. Здесь Хоски со Светом перестрелка. И приходит еще у нас драйв вместе с НБК. Ого, у Света проблемы. Но там Токио за спиной уже находится. Токио, остановись, да, я на тебя успею переключиться. Есть от него уже даблкил. Ну и здесь драйв остается соло. 1 в 3. А так заходили хорошо сейчас. Да ладно, ну М-ку-то же можно было забирать. Да, М-ку можно было забирать. Томас, забери М-ку. Ну это боль. Это боль. 3-1. Сейчас команда VVictus вырывается вперед уже на 2. На 2 раунда. Если они берут еще 2 раунда, я думаю, на смене сторон у них вообще все прекрасно пойдет. Ты говоришь так, на 2, на 2 раунда, конечно, на 8, на 8 раунд. Ну слушай, здесь, мне кажется, уже каждый раунд на вес золота для команды Uprising. Если они отдают карту, они отдают встречу. Это да. Это да, поэтому здесь нужно собираться прямо здесь, прямо сейчас. Шансов на ошибку действительно нету. Нету. Эту карту прям 100% надо забирать вообще на полную уверенность. И же в противном случае просто М-ка уйдет к Томасу. Ну и, соответственно, карта уйдет в копилку команды VXS Sports. Югин забирает на боковой Токио. Это уже 2 в 3. Но здесь М-ка. Опять же. Томас, смотри. Смотри, кого теряешь. Смотри, кого теряешь. Ха-ха! А я тебе говорил. Ну и драйв остается в соло, но у него еще есть время, опять же. Но 28 хп в наличии, такое себе. Такое себе. Ну, посмотрим. Да, там М-ка закрылся опять под позициями плента. И если что, здесь драйв явно далеко не уйдет. Сразу же его будут принимать с дуалов. Лакост, Лакост на винтах стоит под чеком. Но все, удал... Ты чё? Ты чё? Как? Да ладно, да пацаны, ну алло! Такое нельзя было отдавать, ну парни! Что?
Да, это вообще забей, я просто закрыл глаза, сейчас фейспалмом чуть лоб себе не сломал, но... Ну, такое вообще давать нельзя. Ну и Юген начинает с опенфрага по эмке. Ну и уже преимущество одного игрока, хороший прокид реализованный, ну и на мост дерзкий выдвинулся. Пока что в соло там отыгрывает, заставляет, кстати, этот минус тянуть с командой Витязь втроем под А. И оставляет только одного Лакоста под бета, и это может стать, в принципе, дальнейшим проблемой для команды Витязь Esports. Ну, конечно, здесь всякое может быть, но вот драйв уже такой как бы списал, наверное, себя сам со счетов, и такой нежданчик полетел, и так что здесь могут быть проблемы. Вновь под альфой, ты смотри, там что там творится, Свит идет аркадить, такой урожай нельзя было пропускать, от драйва опять даблкил, пропускается Тэшка, просто уже зачекал по двойках из ЗЗ, пошел дэмэдж, НБК хилится, живет, но там 3 в 2, но двое рдовые. Причем вообще битые прям до ужаса, 12 и 4 хп, но здесь они могут выйти втроем на ХЗЗ и ХЗЗ забрить. Так, ой-ой-ой, хороший выпад от дерзку, вовремя подстраховал Тэшку. Точнее, боковую. Ну и Лакост в соло. И Лакост может здесь устроить тащи-тащи. Нет, не дожал. Да и НБК успел все-таки мансануться на танцпол. И тем самым сравнивают игроки команды. И же счет 3-3. Собрались, молодцы. Красавцы, да, ничего не скажешь. Очень хорошая игра сейчас в исполнении команды Uprising. Дабы не спалить, хотел сказать. Дабы не сглазить парней сейчас. Откид ХАЕ на мост. Там Лакоста будет принимать своих соперников. Пойдет перестрелка уже. Свит будет запирать за собой винты по-прежнему. Ну и ХЗЗ идет на хелпу своему тиммейту на мост. ХАЕшка вот такая падает от ХЗЗ, но дерзкий моментально разменивает за эту гранату своего соперника, но 4 в 3, ой, 4 в 4, там у Лакост очень бит, 18 хп, ну. Посмотрим опять Хоски Юген под альфой, Токио вместе с Эмкой смотрит по дальней пока что, но Токио на танцполе, Эмка в двойке. Свит на винтах и Лакост опять один под бетой. Ну, видим ли мы ротацию от Uprising в этом раунде, пока непонятно, то есть Хоски в Тэшке, Юген вместе там же вместе с ним, ну и вот минус. И Токио здесь один остается прям в упоре на Апленту. И два боковая. Сейчас собирается выйти у Апрайзингов, но это выход на А. Но там у Хоски 2% здоровья, так что не самый, так сказать, мобильный игрок у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. От Света есть минус, Юген, моментальный размен. НБК опять в деле, есть от него пачка. Но здесь Лакоста 1, 18% здоровья. Если он сейчас троих по головам просто раскидает, это будет экшен. Но нет, дерзкий говорит... Не-не-не, Макс, погоди, какой троих по головам? Здесь у нас уже 4-3, парни берут 3 раунда в ряд, красавцы. Да, и это может немножко обескуражить Вейвиктисов. Нужно аккуратнее играть им с самого начала, прокид на перемычку. Все живы, все хорошо пока у Вейвиктис в этом раунде. Ну и снова Югент один под Б, ой, под Апленд, НБК и Хоски на Т-спауне пока что крутится-вертится. Ну и драйв вместе с дерзким. Под мостом. Там ХЗЗ. Лакост, опять же, на катушках. Свитвин, Темка и Токио подаль. Ну, как-то немножко вот скомканные вот эти моменты в обороне Апленда. Вроде где-то и стреляют хорошо, но где-то выбор позиции очень странный. Команда Victus Esports. Но сейчас есть опенфраг. Опенфраг по дерзкому. Ликвидировали одного игрока. И нужно как-то теперь укреплять позиции втроем в альфе. И вдвоем бету, что, в принципе, и делал сейчас Вейвиктисы. Ну, а Хоски с Югендом пока что менжуются, не понимают, что им делать. Но там Хоски, в принципе, начинает потихоньку агрессивно действовать. Под позициями Тэшки. Токио его также будет принимать. Но здесь ротация все-таки на мост у нас есть. Мы с вами можем наблюдать, как драйв пытается пройти эту точку. Давайте за драйвом посмотрим. Нету ХЗЗ вообще никакой инфы по своему сопернику. Есть минус, отлично. Токио идет на перемычку. Сейчас будет пушиться бета. Прекрасно это понимают бойцы команды Вейвиктис. Ну и здесь уже драйв заходит потихоньку на позиции Плента. Лакоста зачекал своего соперника. Надо ставить Плент. Зачем вы идете перестреливаться, парни? Ставьте Плент, играйте на удержание. Все. Но там Хоски по-прежнему в Тэшке. И Свит сейчас как раз его зачекает. И Свит падает. Свит падает, и никого на альфе нету. Хоски, соответственно, будет ставить бомбу. И Юген тоже через винты поднимается. Понимает, что здесь никого нету. А драйв просто пытается убежать. Но драйва здесь не отпускают. Да, Токио вместе с Энкой расстреляли его вдвоем. Лакост на перемычке и Юген. От него очень много зависит, как сейчас отыграет. У него в упоре у Ашки. И это будут похороны! Только у Лакоста. Ну и Хоски 1 в 2.
Хоски вновь должен тащить этот раунд. Но он уже неоднократно показывал то, что он клатчи тащить умеет. 87% здоровья. А здесь еще М-ка идет. И М-ка падает. 87% здоровья. Есть информация то, что это двойка. Пошел деф. Есть информация уже у Токио. Ну и здесь у Ашки в деле. Просто пытается вывести на таймер. Пока что в открытую перестрелку не идет. Но успевает. Успевает Токио. И это 4-4. Бомба. Он прям вообще на последней доле секунды. Прям вот на 0-0. Истинные прям профессионалы дефят на 0-0. Да, но он так и хотел. То есть, типа, спросят, братан так хотел? Естественно. Я планировал это дело. Я тщательно распланировал это дело. Ну вот NBK из Хоски пока что под тестпауном. Драйв дерзкий вновь, попытка стрелить мост. Ну и здесь, на самом деле, выход на ХЗЗ вообще опасная вещь. И дерзкий уже, кстати, проходит мост. Хоски уже в упоре в тэшке. И здесь ХЗ будет драться уже, наверное, напрямую вместе с дерзким. И пошел префайр по ХЗ, у него проблемы. Ну и убегает все-таки Сорокин. Но здесь свист, смотри, на хелпу подошел. Но, походу, нету информации, то, что дерзкий спустился уже вниз. А драйв-то подтягивается на хелпу своему тиммейту от Китхае. Сейчас под мост свит готовится принимать своего соперника драйва. Пошел демедж, но пока что безуспешный. А Токио есть размен. Хоски минус, неплохо. И ХЗЗ-шка 8 хп стягивается на квадрат. И теперь за неимением по одному игроку у каждой стороны здесь где-то просядет по-любому какая-то точка. Но очень, смотри, разорвана играет Апрайзинг дерзкий под домом. Драйв NBK в районе нуля и Хоски в тэшке. Ну понятно вроде, что стягивается в тэшку, но Лакост уже идет на боковую. И если здесь Токио не будет никуда высовываться, он в принципе может довольно в соло законтролить эту позицию. Но вот Свит находит минус по NBK на винтах. И здесь вот прямо атака теперь совсем разорвана выглядит, потому что дерзкий в соло под Б, а Хоски с драйвом под альфы. И, то есть, куда пойдет выход, непонятно. То есть, если так или иначе, дерзкий может остаться один, либо вдвоем останутся Хоски и Драйв. Ну что ж, смотрим, какая же все-таки из теорий Германа сраляет у нас сейчас. Драйв пытается пройти сейчас как раз-таки боковую. Потихоньку, помаленьку там проходит, уже должен стягивать на себя вектор внимания Хоски, что, в принципе, он и делает. Токио зачекал своего соперника, пошел демедж, есть минус, и Хоски вылетает как раз-таки под шумок. Есть минус Лакоста, но по Токио залетел демедж, буквально 17% здоровья у него остается, и фугас также установлен. Интересно, но здесь почти все рыдовые, и Хоски уже контрят. Да, но здесь Хоски не совсем удачно вышел прям в агрессивную стрельбу. Дерзкий. Свит здесь, конечно, вышел на префайр так, что как бы не каждому посоветуешь. 5-4. На обороне берут сторону все-таки в EXE Sports. И это действительно проблема для команды Uprising сейчас будет. Потому что дядечка в EXE в атаке очень жесткий. Но посмотрим, прав я или нет. Возможно, я просто пустословлю. Как бы они раньше были очень жесткими, сейчас я могу оказаться неправ. Но тем не менее, смотрим. Но это было жестко. Это было жестко. Просто, знаешь, на удачу Свит вылетел, поставил префайр. Пачка такая зашла, уверенно. Ну, давайте смотреть, что у нас будет на второй половине. Если так агрессивно отыграли на обороне у нас сейчас бойцы команды V-Victus, то я, пожалуй, соглашусь с Германом, то, что тут будет нереальный какой-то экшен на смене сторон. В атаке V-Victus'ы сильны. V-Victus'ы сильны в атаке, очень хорошо стреляют, очень агрессивные парни, харизматичные. Но давайте смотреть сразу же камеру наверх, куда пойдет вектор атаки. Занимается мост, занимается тэшка, и Свит будет сейвить сейчас выход на мид с тиспауна. Но посмотрим, что из этого выйдет. Да, уже позиция моста проходится, там Югент, не самый удачный выбор от команды. И если поставить Югента в дом, учитывая то, что у него сейчас просто-напросто не летит. Да, но Югент хотя бы не умирает сейчас. Драйв управляет open фраг по ХЗЗ, хорошее начало. И здесь Югент погибает. Но там еще дерзкий имеется, поэтому вполне себе неплохо может быть. Так, М-ка подлетает под винты. Господи, запутался с языком своим. Так, дерзкий тоже погибает, МК дабл килл, хорошо, но опять же, еще есть драйв и NBK, которые могут так поставить, что будет очень больно.
Ну, посмотрим. Но здесь фугас уже установлен, таймер работает далеко не на них, и сейчас им долго размышлять о том, куда идти, что делать. Нет времени, NBK ловит по себе демедж, Токио сейчас будет стягивать на себя вектор внимания в основном, но и в соответствии пошли выбивать уже дом. Пошла перестрелка, от NBK есть минус, Токио-то хилится, живет, конечно, у него еще 53% здоровья, но NBK уже ликвидировал двоих его тиммейтов, и здесь надо играть таймер. Надо играть таймер, прекрасно слышит своего соперника. Как же он сейчас мансует, что это экшен. Дев, дев, дружище. Ну окей. Ну такое. Но NBK, но NBK разобрался действительно очень классно сейчас. С домом двоих забрал, но немножко не хватило у драйва стрельбы здесь, чтобы забрать своего оппонента. Тем временем это 6-й раунд за командой VXC Sports, 6-4. Ну и Свит молниеносно просто летит под винты, будет там, наверное, кого-то стараться забрать на первой же секунде, но никого не получается убить, но тем временем. Тем временем показался, немножко спугнул своего соперника, М-ка в Т-шке, но здесь опять же на мост большой акцент делают в VXC Sports, и там кто у нас принимает? Югент. Да. Югент, но он играет уже под мостом, поменял немножко позицию. Посмотрим, выйдет ли он в плюс после такого действия, или же все-таки... Да, есть минус от него, но размен моментально от ХЗЗ, и уже здесь Дерзкого щемит во все тяжкие, и... Зря, дружище, ну кто ж так отступает-то спиной? Вот если бы не Хоски... Да ладно, Лакоста, да остановись! Да что ты делаешь, Лакоста? Боже мой, я просто требую проверки на допинг. Это чё за лютый парень-то, алло? Ну, здесь NBK остается один, ну что... В твой звездный час, давай. Так, ну посмотрим. Но NBK уже неоднократно тащил такие раунды, ну и сейчас... А Лакот сейчас может допустить большую ошибку. Я вот и говорил об этом, да, если будет выпрыгивать, то это будет большой ошибкой. Ну и здесь ХЗЗ погибает от перестрелки, NBK из-за уши вытаскивает свою команду на 5-й раунд, и это 6-5. Но это огромная ошибка сейчас была от Лакоста. Просто огромнейшее. Вы знаете, с каким девайсом играет ваш соперник. Вы знаете, на что способен он. И вы все равно на него лезете. 6-0. 6, Карл, 0. У NBK. Серьезно. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. А прайзинги, проснитесь. Проснуться ли? Проснуться ли, потому что действительно трудно после таких моментов просыпаться. В тот раунд должны были забирать апрайзинги, и счет был бы уже на табло 6-5 в пользу них. Но вот сейчас NBK вновь ведет свою команду к триумфу. Ну или наоборот. ХЗ его подбивает на бочке, но есть от Хоски размен тоже. А в это время Лакост уже в доме. На бете, там Дерзкий вместе с Югентом по дальней принимают. Возможно, даже отдадут плен, чтобы просто ее дать, поставить и просто в четвером выбить. Но в это время... Дерзкий находит минус по Лакосту, ХЗ идет в винты, а там Хоски. Ну, смотрим. Токио у нас стягивается на мост, вообще не знаю зачем. ХЗЗ падает. Ну что, поднимается. Моралька сейчас у бойцов команды Uprising после взятого раунда NBKM. Ну и в соответствии здесь уже у нас паритет, это 6-6. Бойцы команды Uprising догоняют своего соперника. Но опять же, здесь так или иначе могут в любой момент расслабиться сейчас. И мне кажется, вот этот раунд VXC заберут. Не знаю почему. Возможно, я не прав, но мне кажется, что VXC этот раунд на фоне расслабленности заберут сейчас. Хоски. Есть опенфраг, NBK также забирает М-ку. И моментальный размен от ХЗЗ и от Света. И выход через винты имеется. Но Света здесь защемит. Есть минус от ХЗЗ. Также Югент пробегает под бетон. Его тоже зачекают сейчас. Югент есть размен, но он последний. И Югент погибнет сейчас, да. Ну и, собственно говоря, вот вам и расхлябанность. Очень чуть побыстрее сразу вы стали действовать. Сразу на праздники проигрывает этот раунд. Аналитик от Германа Громова. Записывайтесь. Герман Громов, Cyber School. Заявочки строго от 18+. Но здесь был жесткий фас, да, чуть быстрее стали действовать Вивиктусы. Но не знаю, от Апрайзинга все равно был достойный прием, а парни сражались до последнего. Там, в принципе, один рядовый у Вивиктусов был. Вот если бы Югент не зафейлил в стрельбе, то там могли бы еще потащить. Но опять, если бы ДКБ, все уже сделано, ситуация 4-4, и NBK выходит в спину минус ХЗЗ. NBK 10-2, статистика неплохо, так за 5 раундов.
уже стабильно делает 2 минуса каждый раунд, но пора бы уже и драйвы подключиться с Югендом. Потому что, ну, совсем так-то сурово на одного парня скидывать весь груз ответственности. Ну, посмотрим, есть выход на узкую уже от Токио. Постепенно бета занимается. Лакост, ой-ой-ой, со светом моментально роняет хоски и драйва. Это 3 в 2, но здесь у Югенда прям ну, очень проигрышная позиция. Югенд по выбору позиции, ну, действительно, очень страдает. То есть, оказывается, не в том месте, не в то время. Это 3 в 1, NBK в соло. Ну и что же, Димасик, тащи. Бомба была установлена. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется... У него получится, да. Все будет прекрасно. Здесь Лакоста в поле, да ладно, парни. Если вы сейчас 3 в 1 опять отдадите, это просто забей. Ну, окей, свит красавец, здесь никто не умаляет его заслуг, но и это восьмерочка. Восьмой раунд в активе команды VVictus, 8-6. Но смотрим, мне кажется, камбэк сейчас будет до 8-8. Нет, не будет. Школа аналитика резервного грома говорит, что будет 8-7. А потом 9-7 и 10-7. Проверяй. Так, поехали. Что у нас? Вот обл фраг от драйва. Неплохо, минус ХЗЗ, свит. У нас пока что в Т-шке. Будет теперь замещать, наверное, позицию боковой. Ну или просто чекает аркаду. Да, чекает аркаду. В это время Токио вместе с Лакостом проходит мост. Югент вновь играет с узкой линией у нас. И не знаю, получится ли у него здесь отыграть, потому что сразу Лакост вместе с Токи на него вдвоем будут выходить. Это, скорее всего, будет минус Юген. Нет! Хотя Юген туда делает размен неплохо. И уже 4 в 2. Остается Эмка и Лакост. Но Лакост очень хорошо стреляет. Может сейчас забрать двоих оппонентов, но драйва до 4 хп набрил. А там теперь Эмка приходит. И вот, пожалуйста, 8-7. Проверяй, 9-7 и 10-7. Как я и сказал. Ладно, ладно, Герман Ванга, все хорошо, я тебя понял, давайте, поехали дальше. Смотреть, куда в этот раз VVictus и направятся втроем. У нас, в принципе, дропаются под Т-шку, Лакоста и Токио опять будут уходить на позиции моста, и Юген принимать их будет, но здесь опять агрессия, скорее всего, от него будет наблюдаться, нет? Нет, пока что сидит, окей. Ну и там вдвоем через боковую и занимается Т-шка. NBK в упоре принимает, от Эмки есть минус. Откид ХАЕ под Света. Ну Света-то пропустили, алло, парни! Так, ну и вот Свит уже занимает плент, драйв погибает. Также погибнет сейчас и Дерзкий еще. На винтах у нас товарищ Коски остается. И он тоже сейчас погибнет. Ну, там просто Эмка уже идет его дожимать, это 9-7. Я думаю, комментарий излишний. Да-да, 10-7. 10-7. Я понял твои комментарии излишние. Знаешь, я же говорил! А я же говорил. Ну ладно, смотрим. Так, ну здесь опять же направляется на мид и на мост. Мне кажется, здесь как-то будут разводить позиции бета, а Токио уже open frag. Но и хоски размен. Размен под винтами, причем сейчас и Эмку еще может забрать, но нет, Эмка все-таки выходит победителем из этой встречи. NBK в соло в альфе. Ну, драйв размен неплохой. Токио выходит уже под бету, и NBK с драйвом остаются вдвоем. Но Эмка будет со спины там где-то пытаться заходить. Драйв он находит. Токио размен по драйву. NBK снова. NBK снова вынужден тащить свою команду к победе, но 62 хп, по нему позиция вся известна. А я же говорил. Да. Я говорил. Слушай, насколько точечный я аналитик? Ребят, 8-926-705-2730, заявки от 18+, принимаются, вот. Меня запиши, 100, меня. 100 долларов в день. Не, долларов не, в день. Не записывай, не хочу. Я передумал внезапно. Ну, кстати, моя ставка почти сыграла. 10-8 я пророчил. Я почти сыграла, 10-5. Ну нет, моя последняя сыграла, заключительная. Прям вот точечная. Так, это прекрасно, наши ставки с Германом почти зашли. Что по ставочкам наших дорогих зрителей? Так, сейчас скажу, секундочку. Так, 10-7 за VVictus рулит 179, побеждает, рулит. Напиши, пожалуйста, в чате Твича что-нибудь, я отправлю тебе код. А ВКонтакте 10-7 на VVictus. Николай Титов, Николай, пиши мне ВКонтакте, я выдам тебе подарочный код. Ну а мы на сегодня с вами будем прощаться, дорогие друзья. Да,
Всем вам огромное спасибо за то, что вы присутствовали с нами. Время уже позднее, завтра всем на работу, рано вставать и так далее и тому подобное. Так что все, кто у нас на трансляции, ребята, вы просто огромные молодцы. Спасибо вам за присутствие. Напоминаем всем то, что сейчас в группе Point Blank Esports Official Public идет небольшой опросник на тему того, что давайте сделаем вместе стримчанский лучше. Вы можете перейти, ответить на Google форму, и в соответствии, может быть, именно ваше предложение залетит на стримчанский. Также мы разыгрываем там призы за участие. Всем еще раз спасибо. На связи, как всегда, была студия Arena 4 Game. У микрофонов для вас сегодня работал я, Максим Чеев, и Герман Громов. Всем спокойной ночи.